Всем салам алейкум. Сегодня у нас новая поездка. Я вам покажу сегодня рыбалку и покажу, какая рыба здесь ловится в горной реке. Горный усач, друзья, речной усач. Мы сейчас поедем, если мне удастся поймать эту рыбу, я вам попробую показать ее. Потихоньку подъезжаем, друзья мои. Три дня подряд стояла такая пасмурная, прохладная погода. Сегодня вроде как более-менее погода улучшилась, поэтому решил сегодня для вас сделать видео про горный усач. Сейчас мы потихоньку по этой грунтовке спустимся вниз к речке и будем пробовать ловить усача. Там нас ждут ребята, они раньше нас, чуть-чуть раньше нас поехали туда вниз. Сейчас доедем туда, заодно и узнаем, ловится, не ловится, может что-то уже поймали. Друзья, вы просто посмотрите, какие здесь виды, какие здесь пейзажи. Это невозможно описать, друзья. Сюда надо приезжать и дышать этим воздухом. Вот это прекрасное место. Речка горная. А вон я вижу уже ребята вот там ловят наши. Ну что, друзья, поехали, доедем уже.
Вот такая вот горная река, друзья, которая протекает вот в таком прекрасном каньоне. Ребята нас там дальше чуть-чуть прошли. Ну, мы сейчас их попробуем догнать тоже. Удочки сейчас я возьму. Оттуда ручей сливается с рекой. Вот, друзья, хорошие места. А может, они что-то уже поймали. Сейчас посмотрим. Мне главное, друзья, вам показать рыбу. Не обязательно я ее поймаю сейчас. Или ребята, может, уже поймали. Просто были еще холодные дни. Погода стояла холодная. Поэтому непонятно было, ловится уже или не ловится. Из-за этого сегодня с ребятами выехали сюда попробовать. Вот так, друзья, ловят в горной речке усача. Вот на этих камнях, друзья, вот на речке бывают вот такие вот личинки. На них очень хорошо ловится. Вот сейчас вот. Крупные отбираем, мелкие оставляем. Да. Собираем сначала их крупных. И на них ловится очень хорошо. На эти личинки отлично ловится в этой воде горный речной усач. Сейчас, если удастся, мы один момент запечатлим тоже. Пойду тоже найду себе одно место, где-нибудь тоже попробую сразу. Вот он, друзья, красавец. Вот такая рыбка. Очень вкусная, друзья, рыба. Очень вкусная. Костлявая, но очень вкусная. Речной усач.
Пока клёво нет, друзья. Пойду на другое место. Пойду, друзья, на плотину и там попробую. Вот человек подобрал себе самое хорошее место. Но я пойду вон туда. Тишина, друзья, полная. Может быть, еще вода холодная. Несмотря на то, что погода такая легкая, ну, солнечная, на самом деле здесь очень прохладно. Ребята уже вперед прошли. Там, говорят, есть тоже хорошие места. Вот, пойдем посмотрим там, попробуем на той стороне. Друзья, хотел как лучше, но получается, что рыба еще
в спячке, но малоактивная, поэтому сегодня обойдусь, наверное, одной штучкой, которую я вам уже показал. Так как ни мне, ни ребятам ничего больше не попалось, нету даже поклевки. И на поплавок, на донку тоже так пробовали, поэтому вообще без вариантов. Друзья, если судить по ситуации, в данном случае можно приходить к выводу, что рыба еще не активна, она еще не проснулась полностью, потому что еще прохладно, погода еще не такая летняя прям. Поэтому поймали всего лишь одну рыбку, одного усача увидели, поэтому решили на этом остановиться сегодня. Вот, потеплеет буквально недельки-две еще, и мы обязательно вернемся сюда, поймаем побольше, пожарим их прямо здесь, в сковородке на костре, и снова сделаю для вас видео отдельно. Так что на этом, друзья, все. Увидимся в следующем видео. Всем до скорых встреч. Всем салам алейкум.